Здравствуйте. 15 февраля, 8 лунный день. Созвездие Сумия с элементом пространства. День людей женского пола благоприятен призывать благосостояние, строительство, начинать новожизненный путь. О всех новых начинаниях встречаться с чиновниками, направлять на достойные поступки, обращаться буду к бодхисаттвам, устранять негатив. Ребенок, родившийся в этот день, будет нравственно дисциплинированным, спокойным, материальным достатком, благосклонным, способным ко всем прикладным искусствам, способность устранять негатив. День неблагоприятен для выездов, устанавливания фундамента, переездов, принимать собаку, передвижения войск, стрижка волос к удлинению жизни. Благоприятен для людей, родившихся год свиньи и обезьяны. А неблагоприятен годам лошади, курицы, мыши. Хуралы Савялгана в Датсанах до 5 часов вечера, посвященные годам кролика. Манидуани Ихе Алташа за здоровье. Будьте благородными.